Rondo.fx – самый сильный фифер в России. Я против. Хочется собрать крутой состав и пооткрывать паки, но не хватает монет? Выход есть! Новый проект от Ильи Волконского FIFA Pack. FIFA Pack – это паки с лучшими игроками и монетами на все платформы. Выиграй монеты на сайте fifapack.ru и собери лучшую команду прямо сейчас. Всем привет, дорогие друзья! Всем доброго времени суток! С вами, как всегда, Герман. И сегодня нас с вами ждет лагерь-матч на пиццу. Но самое забавное, что проигравший не просто закажет пиццу победителю. Он должен ему привезти эту пиццу. А если учитывать, что мы живем в разных концах Москвы, это так забавно. Хоть бы я выиграл. Так как у нас обоих с составом проблемки, мы решили открыть 3 пака по 25 тысяч монет. И в этих паках, в общем-то, падают игроки, и команду мы соберем только из того, что нам выпало. Я надеюсь, что сегодня мне выпадет какой-нибудь розовый футболист, дабы он тащил сегодня мою команду. Но, тем не менее, вратарь, это уже хорошо. Ух ты. Ну, такое. Друзья, я верю в это. Правда, я верю в розовую карточку ЛП Тадич. Ну, блин, могло быть и хуже, конечно. Ладно, выпал Декаль. Наверное, он хочет нам в состав. Будет сидеть на банке. Последний набор. ПФА. Вот это уже хорошо. Знаете, 82 рейтинг плюс сильнейший пейс. А я уверен, у него в обороне будет играть какой-нибудь нерарный бич. Вот. Так что в этого парня, да, я буду верить. К сожалению, вот это вот сложно назвать целесообразной командой. Но у меня нет выбора. На кону стоит пицца и, самое главное, проезд. Потому что проезд из одной точки города в другую будет реально дороже, чем пицца, по-моему. Не, ну я просто рассуждаю так, потому что Андрюха на метро не ездит. И ему придется через весь город, там, на такси, вот это Яндекс, пробки там еще. PandaFX хочет открыть еще по одному паку. Ну что ж, я не против, почему бы и нет? Форвард? Ну почему? Вот если бы это было Агуэра, вот это было бы очень топово. Но, тем не менее, этот пакетик с Паласио мне тоже очень даже нравится. У нас там на позиции нападающего один персонаж серебряный. И мы его очень даже с удовольствием заменим на Паласио, почему бы и нет. Ай, друзья, я готов смотреть на состав от PandaFX. Готов увидеть, что там у него есть, для того, чтобы разносить. Разумеется, здесь не может быть других сослагательных наклонений. Мы играем на победу, серьезно. Здесь... Блин, Андрей, у меня кончились слова, ты можешь же нажать «Готово»? Ну почему так долго? Ты киберспортивный человек, который настраивает там какие-то специальные штуки, или что ты так долго делаешь? Спасибо. Итак, состав PandaFX, и здесь у нас Ракитич, Лукаку, и... все. Состав довольно-таки сыгранный, окей, но не более того. Ну что, понеслась, первый тайм. Почему бы не подать нам сразу вот так вот опасненько? Ну не то чтобы опасненько, конечно. Паласио, который нам выпал в последнем самом паке. Под себя. Тихо-тихо-тихо-тихо, бодайся, Паласио, бодается. Вау, да? Нет, отворот. Тадич. Тадич. А вот это офсайд, мне кажется, был, но на всякий случай, без всякого случая. Ну ладно, 7 минут, полет нормальный. Играем дальше. Все, и здесь под контроль, просто надо брать мяч. Ой-ой-ой. Как? Твою мать, как? Нет, я не готов ехать. Да ёб твою налево, да что происходит-то со мной? 13-я минута, 1-0. Серьезно, как, что случилось с защитником? Сквозь вратаря, сквозь защиту. Нет, такие багеры нам не нужны. Наверное, для фифера я слишком редко играю в фифу. Не находите? Что я уже не помню, когда последний раз видос по фифе с геймплеем выходил. Может быть, в этом проблема, но надо бы сделать хорошую подачку. Может быть, может быть, Лукас! Ах ты, зараза, а. 36-я минута, и я начинаю немножко под это, подохеревать от происходящего.
Офсайд, серьезно, офсайд. И забей, пожалуйста, спасибо, спасибо за понимание. Да чтоб тебя. Первый тайм, и он не то чтобы не подел, вот один удар был. Один удар. И это гол. И если это станет победным голом... Все, я даже не буду ничего говорить. Отлично. Ребята умеют играть. Ну, может быть, не в футбол, но во что-нибудь по-любому умеют. Тихо. А можно мяч сохранить? Нет, нельзя. Конечно же, нельзя. И вот сюда. Ну почему ты не сбиваешь? Да твою же мать! Нет, ну я не понимаю этих футболистов. Серьезно. Они просто играют, как я не знаю кто. Андрей, выбивай! О, фак. Я просто не понимаю! Такой просто вообще ни хера не поделал. Я не знаю, как надо возить. Все, ладно. Не, я может что-то не так делаю. Я просто не знаю. Я нет. Ладно, забейте. На! Как? Вот, я просто охереваю, серьезно, я просто охереваю от этого. Как можно не забить? Джойстик, ты тупой? Лукас. 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 Банда против. Герман, сука, за. Вот так вот. 2-1. Еще есть время. Ой, ёб твою налево. Как так играть? Я не понимаю. Серьезно, вот... Взгляните на общие сведения. Просто посмотрите. 7 ударов. 7 ударов. 3 в створ. 1 гол. Вот только сейчас я забил. 2 удара, 2 гола. Может, поэтому я снимаю футбольные челленджи, а не вот эту вот херню. Охереть. Сейчас, если б это залетело. Че ты радуешься? Тебе чуть ножницами не забили. Гол попал. Не, конечно, вот этот гол бы я бы просто бросил джойстик и поехал бы сразу пиццу отвозить, если бы он сейчас забил. Да чтоб, ну вот сейчас, и сейчас статистика будет равная после таких ударов. Да как ты, я забиваешь, ну как, ну скажи мне, ну ты понимаешь, мне пиццу везти, ну как ты не забиваешь оттуда, пожалуйста, Лукас, давай подачечку и в ближнюю бы. Нам бы в ближнюю. Давай, мать твою, вот так, вот так! Андрей, я не привезу тебе пиццу, пошел нахрен, серьезно, пошел нахрен, раунд! Просто, вот, меня такой кондрати сейчас бьет, вы даже не представляете, вот вообще, я просто в шоке, ребят. Может быть, мы попробуем без золотого гола обойтись, а? Как вы на это смотрите, ребята? Как вы на это смотрите? Потому что я на это смотрю, в принципе, положительно. Почему бы, как говорится, и нет? Ну, почему бы и да? Ладно. Если сейчас будет подача, это будет вообще несправедливо ни разу. Все нормально. Все под контролем. Отлично, хорошо. Я не скажу, что я отскочил. Блин, вот просто, чтобы вы понимали, насколько херовая статистика у моего вратаря. Вот насколько он херово сыграл? 4,2 оценка. Это насколько надо быть херовым? Примерно так же складывался мой последний вагер с Акулом. Правда, там я вел и чуть не проиграл потом. Но здесь я на 90-й только отыгрался. Я просто представляю, что там творилось у Панды, когда я забил второй и сравнял 2-2. Я обязательно посмотрю потом. Ссылку в описании, там все дела. Мы пока играем этот вагер, у меня уже стемнело, блин, на улице, и меня практически не видно. Я уж извиняюсь, друзья, если будет с вебкой какая-нибудь фигня не та. Так, и вот так. И... Ну что такое? А пенальти поставить? А как насчет пенальти поставить? Или просто пробить? Да! Вот так вот! Вот так вот! Пандрифейс! Я люблю, чтобы побольше колбаски было.
Пицца, ненавижу, но на халяву обожаю. Я думал после матча с Акулом, что таких вагеров не было. Здесь же был кромешный ад для меня, вот серьезно. Но это победа. Ребята, это победа, и я думаю, самое время позвонить PandaFX и заказать ту самую пиццу, которую, в общем-то, мы будем. Алло, это пиццерия? Я буду с колбаской. Я зову тебя теперь на чаепитие, вот. С меня, собственно говоря, горячительные напитки, а с тебя вкуснейшая пицца. Скажи честно, горит? Ладно, все, это уже не интересно, все, я тебя жду. Друзья, собственно говоря, пиццу мы вызвали, осталось только подождать, пока ее привезут. К сожалению, я думаю, что пицца будет ехать долго, поэтому я просто камеру включу, когда уже Андрей приедет. О, Андрей, доставщик пиццы, когда приедет. Ой, это же, наверное, моя пицца приехала. Скорее открывать, ребята, скорее открывать. Заходите ко мне. Ну, доставьте открыток, это не важно. Это ваша пицца. Спасибо большое. Извините за задержку. Ну-ка. О, и с соусом, как я люблю. Прям как вы просили. С колбаской. Такую вкуснятину привезли. Я у тебя квартира топовая. Можно зайти к вам? Конечно, конечно. Я думаю, что мы... Можно будет даже... Я даже угощу вас этой топовой пиццей. Друзья, в общем, большое спасибо, что посмотрели этот ролик. Да, спасибо большое, Герман. Подписывайтесь. Заставили меня приехать на себя. Вот, подписывайтесь на канал Андрюхи, ссылка в описании. Ставьте большие пальцы вверх за лагеры. Заказывайте правильную пиццу. Включил режим застранца, двигаюсь в танцах в ритме танца. Глаза китайцы, мое хобби смеяться, я не сторонник подраться. По городу вальяжным шагом скитаться, все, что мне необходимо, на спине спрятано в ранце, братцы.